В Казахстане откажутся от терминов «инвалид», «слепой», «глухой» и «немой». В законопроекте по улучшению жизни людей с особыми потребностями эти слова заменены на «лицо с инвалидностью», «с полной потерей зрения», «слуха» и «речи». Мажилисмены уже одобрили документ в первом чтении, и помимо этого, для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями государство выделит 5 миллиардов 900 миллионов тенге. Поможет ли это изменить ситуацию? Почему сейчас люди вынуждены годами доказывать свою инвалидность? Через что им приходится проходить? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в проекте «Честно говоря». Смотрите в 21.00 сразу после информбюро. Жизнь с ограниченными возможностями. Вот этот глаз у меня 0%, вообще не видит. Почему казахстанцам, лишившимся руки или ноги, каждый год приходится доказывать государству свою инвалидность? Через что проходят люди, чтобы добиться пособия? Бремя инвалидности. Смотрите сегодня в 21.00 в проекте «Честно говоря».